Как рано вы начали читать? В 2 года. 2? Да. Это рано, поразительно. А у вас дома любили литературу? Кем был ваш отец? Ну, он работал на заводе. А ваша мама? Ее нет. Кем была? Она была алкоголичкой. Сумасшедшей. Постойте, кажется, ваш лично отец... Лично я не вижу никакой связи. Нет денег. Никаких преимуществ. Не аристократ. Вы же не граф Оксфордский, верно? Нет? Так почему же вы лучше нас остальных? Нет, не отводите глаза. Вы действительно лучше нас. Если никто вам не говорил, что вы гений и мастер, я буду первым.